вы берете на изготовление монолитных конструкций 2,5 месяца. План-график готов у нас. План-график готов, значит, получается у нас 1 мая месяц, 1 июня 2 месяца, 15 июня монолитные конструкции, включая купольную часть, у нас с вами готовы. Готово. Принимается. Значит, у нас сейчас на монолите какие-то есть вопросы? Нет. За исключением решения в рамках купольной части. Да. Ее мы получаем в течение 2 недель. Правильно я говорю? Значит, количество людей, монолитчиков, сколько работает? В данный момент 20. 20 человек. Вопросы по опалубке, поставке бетона, нет, арматурной части? Нет. Все в наличии, все вопросов в наличии, никаких не возникает. Значит, параллельно вопросы, связанные с гидроизоляцией, утеплением подвала. Все есть. Все есть. Вопросы все на площадке. Все на площадке, люди работают.